Впервые за 25 тысяч лет жители Земли стали свидетелями одновременно двух зрелищных астрономических явлений – лунного затмения и великого противостояния Марса. В Ленинградской области их тоже можно было наблюдать. Вечером 27 июля Марс приблизился к Земле максимально близко. Расстояние между планетами составило около 65-70 миллионов километров. В это же время тень Земли закрыла Луну. И это было самое длительное лунное затмение 21 века.